Тюменской области снизился уровень безработицы. Это произошло благодаря вовремя принятым мерам правительства региона в период ограничительных мер. Губернатором было принято решение о выделении беспрецедентной суммы, это 283 миллиона рублей, на создание временных рабочих мест. Их было планово предусмотрено 8 тысяч таких временных рабочих мест. В настоящее время уже порядка 50% от этого количества создано, и 50% от количества созданных на них уже работают и трудятся люди. Количество вакансий, о которых работодатели региона сообщили в службу занятости, выросло до 37,5 тысяч. Если рассматривать строительную отрасль, то в августе количество вакансий увеличилось на 15%.